Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. Друзья, мы подходим к экватору, довольно далеко от порта уже. И, возможно, вас озадачило, почему я сижу в форме. Объясняю. Мы подходим к экватору, и есть такой обряд, есть такая морская традиция, как посвящение в моряки. То есть моряк, когда первый раз пересекает экватор, он должен пройти обряд посвящения. Что это значит? Ну, моряки в большинстве своем это довольно религиозные люди. Некоторые даже, я бы сказал, суеверные. И суеверий морских довольно-таки много. Одно из них это такое суеверие, то что если вы будете, если на борту есть непосвященный моряк, некоторые говорят, некрещенный моряк морской водой, то Нептун будет сильно недоволен и, естественно, будет пакостить, то есть будет плохая погода, будет что-то происходить на борту судна, что-то будет ломаться, ну, в таком духе все. Для того, чтобы не гневать Нептуна и получить его разрешение на пересечение экватора, проводится такой обряд посвящения в моряки. Можно, конечно, отказаться, ну, некоторые люди, да, он не знает, не верят во все это. Но это же больше, вы понимаете, сделано для фана. Для того, чтобы была какая-то развлекуха и для того, чтобы соблюдать морские традиции, которые и так в наше время все больше и больше забываются. В общем, я как капитан должен попросить уважаемого Нептуна, кто-то его называет Посейдон, разрешение для того, чтобы прийти к экватор. Соответственно, со своей стороны я предоставляю вот этих вот товарищей, которые не посвященные, назовем их так, и они должны пройти обряд. Нептун со своей свитой, который включает жену Нептуна, русалку, пиратов, со своей стороны подготавливают испытания, которые должны пройти вот эти непосвященные. Обычно это, ну, допустим, чистилище, какой-то туннель, измазанный изнутри то ли мазутом, то ли гризом, то ли маслом. Далее, после чистилища, моряка ожидают еще некоторые испытания. И в конце... омовение в купели и испитие, естественно, морской соленой воды. В заключении дается ему сертификат о прохождении экватора и присваивается морское имя. Морское имя присваивается Нептуном. В общем, сейчас пойдем на корму, посмотрим, как оно все произойдет, как это все будет. Довольно должно быть интересно. Свои мысли напишите, пожалуйста, по этому поводу внизу под видео в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение, как бы стоит ли соблюдать морские традиции или ну его нафиг. Я считаю, что стоит, я моряк в третьем поколении, и меня крестили, кстати, посвящали в моряки в мой день рождения, 7 ноября, мы проходили экватор, так совпало. Поэтому я морские традиции чту, уважаю и считаю, что они должны продолжаться. Погнали на корму проходить испытания. Pirates?
the pirates. I can see the nice mermaid. Two. I have two. King of the pirates. So, gentlemen, my crew is on second part of the test right now. Let's do it. All right? Yes. So, the dogs. Все получилось.
GoPro даже села от перегрева, но я думаю, что основные моменты вы поняли. Было по фану очень прикольно. Как я и говорил, экипаж подошел с энтузиазмом. Мне очень понравилось, особенно вот эти вот люди, которые выползали после этого туннеля, после чистилища, грязные все, потом купались в этой купели, пили морскую воду. В общем, традиция соблюдена. Я благодарен всему экипажу за такое участие, за проявление энтузиазма. Сегодня на вечер у нас еще запланировано барбекю по этому поводу, поэтому веселье продолжается. Видно, что начали работать Cummins. Вот он от бластером отбит. Мостик тут тоже сверху. Водой, в смысле, кто не понял. Бластером лазерным. Водой под давлением. Тут уже загрунтовано. Много загрунтовано, но еще палубу не трогали. Палуба будет отбиваться так называемым растибасом. Потом покажу, что это такое. Шайтан-машина называется по-другому. Краска приготовлена. Сейчас люди придут на работу. И делают вейвбрейкер с другой стороны. Помните, носовую часть я вам показывал, была сделана. Вот. Тоже все в грунте. А здесь еще нет. Здесь один слой, первый. Идем чуть дальше. Здесь отбито, но еще не загрунтовано. Но там главная палуба, откуда мы только что прилезли. Делают еще вот эти вот специальные стойки для крепления контейнеров. Ну, это flashing bar'ы так называемые. Все ржавое тоже. Но тут надо их еще и переваривать. Вот видите, вот так. Вот так она выглядит после того, как освободили ее от крепления. А вот так она уже выглядит после того, как ее подварили и загрунтовали. Потом еще покрасят, будет вообще красота. Вот, видите, специальные вот эти вот. Называется lashing bars. То есть такая штанга для крепления контейнеров. Специально для тех, кто писал, что у нас грязная рында, зачуханная. Так вот это она висела на баке у нас. Но есть кадеты, которые хорошо справляются со своей работой. И вот она теперь такая начищенная. Друзья, у нас сегодня пельменный день. Сегодня будем готовить пельмеши совместными усилиями. Я, честно говоря, в жизни когда-то их два раза, наверное, делал. Но у нас есть Дима, второй механик. У него, говорят, есть какой-то суперсекретный рецепт. Посмотрим, как оно получится. Но весь славянский экипаж мы боями. Все будут работать. У всех свои обязанности. Кто-то там на луке, кто-то на картошке, кто-то на фарше новый и так далее. Должно быть весело, посмотрим, как оно будет. Погнали! Welcome to my party. We're just getting... Можешь не комментировать, я потом бузон включу. Ты прямо как это, знаешь? Готовим с Димой. Кулинарное шоу. У нас сейчас середина Voyager, мы на полдороге к Сингапуру, смотрим, что у нас там в провизионных камерах осталось. Ну, в принципе, где-то половина продуктов ушла.
фрукты даже есть. Ну, на крайняк есть консервированные. Другой провизионки. Пойдем другие. Камеры хранения. Fish room. Но здесь не только фиш, здесь и мороженое. Вот мороженое наше. Все, что в ящиках, коробках, это все фиш. То есть рыба, рыба, морепродукты. Мясная. Мясная камера. Это все мясо. И хлеб в ящиках. Я сейчас включил сигнализацию, что меня тут закрыли в камере. Интересно, на мостике отреагируют? Круг тесто мяса. Может, попробую это? Закончили мы с пельменями, было очень вкусно, налепили 432 пельменя и 337 вареников, затратили, ну, 10 человек, 3 часа этим всем занималось, но опыт офигенный, ну и даже не опыт то, что офигенный, а прикольно получилось, что классно провели время, именно так, по фану все подошли с энтузиазмом, у каждого свои обязанности, один моет, другой чистит, там кто-то лепит, кто-то вырезает,
Класс, мне очень понравилось. Мы, кстати, все не съели даже, мы съели половину, мы сварили 200 пельменей и 150 вареников. Ело нас 13 человек, и вот эту всю, ну, половину мы съели, да. Сейчас нужно, чтобы оно все переварилось, потому что с непривычки так сразу налетели, хочется побольше, побольше. Но все равно, да, ну нельзя впихнуть невпихуемое. Но мы впихнули. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never... Испоганилась погода. Начался дождь. Мы сейчас подходим к мысу Доброй Надежды. Но его не будет видно, потому что он далеко от нашего пути. 40 миль порядка, а видимость, ну, не больше 10, даже если не меньше. Посмотрите, вот такая вот погода. Было солнечно-солнечно и стало не солнечно. Ну, это море, такое иногда бывает, все мокрое, красить невозможно. Посмотрим, как будет дальше. Вроде должно через пару дней распогодиться. Вот видите, все мокрое, загрунтовано, но продолжать нету смысла. Иначе будет, ну, глупая работа. Ждем погоду. Вообще капец. Дальше, в принципе. Там все-таки может. Вообще работа двигается.